засевы. И засевы, да. Засевы. У них там любовь была. Конкретная. Одна старушка. И другая старушка. Нет, та-то молодая. А это старенькая. Я не помню, сколько лет ей. Но зовут ее это Хлорка. Да, Хлорка. Кто знает. И мне это только скрытая камера может знать. Ой. А о чем я вам говорю? Девки, мальчишки. Это очень вкусно. Господи. Это очка бы не съесть. Давид, Давид, ты кушай. Быстро. Надо есть. Вот. Я съел уже. Все. Ты, Давид, давай. Что-то там. Ты же меня смотришь? Ты только написать не можешь. Ехали трамваи на первой остановке. Девочку нашли и остановились на остановке. Что же бабушки там смотрят? Давайте им звезды их превратим. Звезды нашей бабушки. Ай, какие бабушки. Вон они. Давай, давай. Сейчас отвернут мордочку. Да. Я ж вижу, не вижу. Вон они. Бабушки, старушки. Где-то в сердце погремушки. Одна зарядку чку-то делает. Да, мой голубь прилетел. Боже ты мой, вы же видели, да? Вы же видели, голубь ты мой, что ты там трясешься? Тебя съесть надо, дорогой мой. Ой, видите, сколько много курочек. А где из них вон самый главный этот чувак? Да. Полетел чувак и полетела старушка. Давай я открою окно. Окно открою, чтобы было очень хорошо. Девочки, мальчишечки, ага, ага. Ой, там у нас метод едет. Доставка всегда. Самокат называется. Ага, ага. Мы туда повернем и туда повернем. Мы туда пошли, зарядочку не нашли. Ой, солнышко светит, божечки ты боже. Как говорит моя милая, дорогая жена. Дорогой, как ты достал? Мне хочется даже тарелку разбить. Вот, брала и била тарелку. Не об голову. Не, милый мой, не об голову. Не. Жена меня так шутила. Ой, девки, мальчишки. Ну, такая вот была история. Ой. Посмотрели и посмеялись. Ага, милые мои. Так, сколько у меня зарядки тут? Ой. Милая моя. Ой, господи. Не надо так издеваться, да? Серёг, не надо так издеваться. Будет очень плохо, когда ты издеваешься над народом. Когда же ты заткнёшься? Я бы тебе, конечно, написала бы. Ну, у тебя отключены комментарии. Она бы, конечно, написала, да. Сиранула бы очень хорошо и смачно. Ой, блядь, я не могу. Это у меня контент такой. Вы не думайте, что я Серега такой дурачок. Не, милая, это просто контент.